училище, она... Ну, просто мне вот в голову пришла мелодия такая баянная. Я договорился с товарищем Валерой Залиским, который закончил школу по классу баяна. То есть хорошо играл. Вот. И там ничего особенного, там просто ее нужно было сыграть вот баян с гитарой. Ну, и такой незамысловатый текст я придумал. Вот. Самое главное, это там, конечно, была баянная партия. Ну и когда эту песню так уже с 28-го раза мы записали, потому что он, я ему просто на губах вот наигрывал, а вот он подбирал и говорит, так, нет, не так. Так, давай по новой опять. Так, нет, не так. И вот пока мы до так добрались, в общем, прошло достаточно много времени, потом еще на кассете научились, что еще есть там, начинается, к сожалению, дубль 7. То есть с 7-го раза мы записали это уже после того, как мы ее разучили. И мы ее значит, спели на конкурсе сначала в училище художественной самодеятельности. Ну, естественно, может, не естественно, но так вот вышло, что нас выдвинули на конкурс, был между вузами Актюбинска, проходил там ДК «Металлург». А я всегда от этих дел-то старался отбиться как можно. И что я всегда на сцене, это сейчас я уже так маленько освоился, а раньше это всегда был такой мандраж. Ноги трясутся, голос дрожит, в ноты не попадают. Вот. Сказали, надо. Вот. И мы с этой песни, значит, с Валерой выходим на сцену. Вернее, мы не выходим на сцену, мы ждем свой выход. Вот. И Валера, значит, там тренируется. Вояки. Там очередная, значит, ну, перед нами кто идет, там люди выступают. А он, значит, там зарабатывает. И, значит, где-то в этом... положение, баян заклинивает. Где-то примерно до выхода остается, ну, наверное, пару куплетов еще там, в предыдущих людях. Валера Андреевич пытается его вернуть вот так, в рабочее состояние, не получается, он красный, потный, вот, злой. А я достаю и понимаю, что мне сейчас песню с баянной партией придется петь без баяна. Вот. А она без баяна, то вообще как-то это... Там слушать-то нечего. Ну, в итоге оно так и вышло, что мне пришлось выйти одному и все это дело. И это все к чему рассказываю. Я сейчас покажу, как это было. Не, ну мне просто... я хочу ее вот записать уже в нормальной студийной записи с баяном. То есть, ну, пока еще руки не дошли. Да, баян. Ну, так весело будет. Называется «Деревенский романс». Это все баян играет. И на баяне это, кстати, очень красиво. Уже четвертый выход. У входа в клуб стою один, танцует пара за стеной. А ты проходишь стороной и на меня ты не глядишь, поет баян. Он может вмиг от грусти публику избавить. А наш роман зашел в тупик, и ничего, и ничего, и ничего нельзя исправить. Поет баян. Ну чем тебя обидел я? Скажи мне прямо, не таись, я думал, ты судьба моя. А вышло так, что у ручья тропинки наши разошлись. Поет баян. Он может вмиг от грусти публику избавить. Зашел в тупик, и ничего, и ничего, и ничего нельзя исправить. Поет баян. И я один, и ты одна. От этой ссоры маюсь я похудел, лишился сна. Но только в чем моя вина, никак не догадаюсь я. Поет баян. Он может вмиг от грусти.
республик.